Хозяйская усадьба представляет. Теплица Капелька, ширина 3 метра, длина 8 метров. Теплица сделана из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Поликарбонат 4-миллиметровый, 0,72 плотность. По обоим торцам установлены разрезные двери форточки. Также в теплице установлен форточный блок. Теплица установлена на брус, подготовленный клиентом. Видимо, раньше тут стояла теплица, ее снесли, основание оставили. Райская усадьба представляет. Сегодня у нас 20 мая 2016 года. Была собрана теплица Капелька 3-метровой ширины, длиной 8 метров. Каркас у теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Поликарбонат использовали 4 мм, 0,72 плотность. Теплица стоит на брусе 100 на 100, пропитана антисептиком. По торцам у нас разрезные двери форточки. Также на теплице установлено 2 форточных блока. Резиновый уплотнитель на торце с каждой стороны. И система подвязки по 2 нитки на каждую сторону. Также на этом участке была уже когда-то установлена такая же теплица Капелька, только зеленого цвета. 3 или 4 года назад. Клиенту, видимо, понравилось. Решил заказать еще одну. Лучше всякой рекламы. Уральская усадьба представляет. Теплица Капелька, ширина 3 метра, длина 8 метров. Сделана из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. С обоих торцов установлены разрезные двери форточки. Поликарбонат 4 мм. 0,72 плотность. По торцу установлен резиновый уплотнитель. Также в теплице установлены 2 форточных блока с ручным управлением. И система подвязки по 2 нитки на каждую сторону.